Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 196. Напишем диктант по тексту из упражнения 195. Щит Москвы. Город Смоленск, старше Москвы, Владимира, перечисление запятые, Суздаля и Пскова. Первое упоминание о Смоленске в летописи относится, безударное гласное, относится к 863 году. Это был один из крупнейших городов Руси, контролировавший контроль, безударное гласное, в верховьях, верх, безударное гласное, Днепра. О нем писали как о большом и многолюдном, каком окончание прилагательных ом-ем, пишем ом, городе. О чем о городе, город второе склонение, предложенный падеж окончания е. Следуя с севера в Византию, торговые гости никак не могли миновать Смоленск. Торговый торг не могли, пишем не с глаголами отдельно, миновать, словарное слово, вставляем букву «и». Лесной стороной здесь была Смоленщина, и много строили здесь «з» из дерева. Но всегда была богата эта земля и другими строительными материалами, глиной, песком, словарное слово, вставляем букву «е». И в пору своего экономического рассвета стал возводить, возводит, безударное гласное, Смоленск одно за другим каменные сооружения. Постройки эти создавались, З, создал, из кирпича, словарное, и красотой своей ни в чем не уступали. Ни в чем частица, пишем отдельно, В, предлог, не уступали, это глагол. Не с глаголами, пишем отдельно. Обратите еще раз внимание на орфограммы и при написании диктанта не допускаем ошибок. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.